Рождество в Чехии в этом году не будет таким красочным, как прежде. По всей стране запрещены праздничные фейерверки. После закрытия ресторанов и последующей отмены ярмарок, фейерверк остался, ну, едва ли не единственным символом Рождества. Вот только власти на этих лишениях не спешат ставить точку и анонсировали введение комендантского часа с 28 декабря по 22 января. То есть Новый год чехи вынуждены будут встречать исключительно у себя дома. Согласны ли на это люди, выясняли мои коллеги. Впервые разговоры об отмене праздничного фейерверка начались в Чехии еще в прошлом декабре. Правда, под другим лозунгом. Встречать 2020 в тишине власти хотели из-за домашних животных, которые, пугаясь взрывов, убегали от своих хозяев. Тогда чехам предлагали найти альтернативу громкой воздушной феерии, например, лазерное шоу. В этом же году решение окончательное, повлияло на которое эпидемиологическое положение страны в последние недели. Едва оправившись от локдауна, Чехия вынуждена была признать наступление новой волны пандемии по уровню опасности, обогнавший своих предшественников. Государство достигло максимального 5-го уровня эпидемиологической угрозы. На этом этапе мы предполагаем запрет выхода из жилых помещений без крайней необходимости, а также закрытие предприятий, оказание бытовых услуг населению и большинства магазинов. Ну и, разумеется, будут отменены массовые развлекательные мероприятия, рождественские и новогодние фейерверки в том числе. Увы, но даже в такой праздник нужно считаться с реалиями. Среди других причин отмены хлопушек – помеха работе врачей. Чешские медики последние недели вынуждены работать в несколько смен, чтобы хоть как-то переломить натиск пандемии. Громкие фейерверки могут навредить как их отдыху, так и покою тысяч пациентов, вынужденных встретить наступление 2021 в больничных палатах. С подобной инициативы «Тишина ради врачей» выступили уже не чиновники, а ряд общественных активистов, посчитавших это небольшой благодарностью за ценный труд медиков. Нельзя устраивать пир во время чумы. Да, все хотят праздника, я тоже огорчен, что этот сложнейший год проведу в четырех стенах и не смогу выйти даже на улицу. Но сейчас важнее, что мы здоровы, а кто-то часами находится в клинике и может вообще встретить праздник на рабочем месте, сонный и уставший. Пусть в таком случае врачи знают, что это праздничная ночь тишины для них. Единственный город, в котором пока еще фейерверк не отменен – Острава. Местные власти заявили, что у них ситуация с коронавирусом стабильная, поэтому небольшое торжество горожанам не навредит. В правительстве пока никак не прокомментировали смелость провинции. Куда больше парламентариев беспокоит недовольство жителей мегаполисов. Многие чехи пообещали в праздничную ночь нарушить обязательный режим изоляции. Депутаты же в очередной раз призвали к благоразумию и посоветовали людям в рождественскую ночь насладиться домашним уютом и осознать, что семейные очаг куда лучше больничной палаты или отделения полиции. Зауреш Байгелова, Александр Грес, Дмитрий Лукша и Павел Невит, Хабар 24, Чехия.